И завершающий элемент 0 или 10. Это тоже фила-фалса, только в другую сторону. От себя по диагонали, горизонтали, либо сверху. Таким образом мы получаем либо защитный, либо атакующий вариант. В пустой руке это журавлиное встряхивание. Как это мы можем использовать? Если мы стоим, отсюда может идти простая атака. Если идет выставленный нож, короткое щелчковое движение от себя. Это единственный элемент, который идет в противоположном направлении. От себя. Соответственно, если идет атака, например, лицо, с переходом дальше. Если позволяет дистанция, еще раз атака в лицо, мы делаем это пустой рукой. Таким же образом, если вроде бы закрыт верхний сектор, мы имеем возможность войти либо уколом, либо ударом сверху. Это же мы можем использовать, когда идет атака в нас. То есть, либо как вариант, выполняя смещение. Атака. Ладонь смотрит вверх.